Друзья, привет! Не смотрите, что я голый. Хочу просто показать, что мне пришлось футболку снять. Весь себя облил. ХМЦ-шку, короче говоря, делал. Но и неудачно выронил эту из руки. Блин, больно так щипало. Глаз вообще, вот видите, обжег. Прям туда в глаз внутрь попало. Пошел быстро мыть. И сейчас он болит, и походу к врачу надо идти. Весь тоже он серо-буро-малиновый. Не удержал, короче говоря, эту. Блин, все слова выпали. Вон, видите, что тут случилось. Все в пятнах. Вот тут дяди Яшины башмаки. Он меня, конечно, наверное, съест. Вот. Вот эту в руке не удержал. Так сюда хотел налить для отправки нашим соклубникам. И, в общем, она из руки у меня вы... Так вот. Так сюда, бам, и отсюда такие брызги, хоп. А поскольку я, ну, там, туда наливать хотел, как бы, да, туда нагнулся, мне прям в глаз все, друзья. Очень больно, очень печально. О, дядя Коля пришел. ФМЦ-шку, прикинь себе, это в глаз налил, блин. Тихо с собой, я говорю, разговариваешь. Да? Нормально. Друзья, вот, ну, вот они, друзья, вот так вот. Пришел, пожалел друга, да. Осторожность. Очки почему не одел? Резиновые пиджаки. Не знаю, почему где очки. Не одел? Резиновый фартук. Где? Началось, блин. И не стыд. Так, друзья, ну я вроде живой. А, единственное, глаз вот, ну, как бы красный, да, если посмотрите. Сейчас пойду прокапывать его. Позвонил Александр, Лев, который химик, говорит, значит, не свети на меня, зачем ты? Ну, люди затемнены, под фонарем слышно. Это за фонарь стоит. Отстань, вот ты помощничек пришел тут сразу, поддержал меня. Я вот зеленый весь, соответственно, говорит, вот эту штуку убирать надо спиртом. Спиртом. Я говорю, спирта нет, водка нашим есть. Спиртом. Не каким-то, да, а нашим. Какие-то ваши спирты, я не знаю. Короче, у меня была водка, налил. Ну, он действительно, а вот от кожи оттирает все дело. Единственное, говорит, потом кожу, ну, чем-нибудь, это, глицериновым кремом каким-нибудь смазать, потому что он иначе высыхать будет. Еще знаете, что очень сильный, это, жгет прям трахею. Туда, когда этим дышит, вот дядя Коля тоже, я думал, я, может, рванулся из-за этого, как бы, он говорит, нет, тоже. Я, друзья, здесь помыл, основное убрал, ну, вот так вот, дядя Яшин башмак отмыл тоже в воде, но он, видимо, так синий будет, походу, мне придется ему какой-нибудь башмак найти другой, то есть, он, ну, на левой ноге будет один башмак, а на правой будет другой. Вот, все это я убрал. И, ну, это, видимо, придется белизной какой-то отмывать. Вот эти вот пятнышки все. Сейчас надо, чтобы это все, ну, подсохло. Соответственно, я не знаю, что с этим делать. Если кто знает, чем это отмывать, напишите, пожалуйста, в ролике. А я пошел покупать глазную каплю и капать в глаз. Надеюсь, у меня она, ну, не сильно там разъела. Вот это все дело. Блин, прям вот так вот. Короче говоря, правильно надо сказать, почему этот ролик снят. Используйте защитные перчатки, защитные очки. Не совершайте моих ошибок. Вчера приезжали мои друзья, на меня посмотрели, сказали, что в принципе нормально я выгляжу. Глаз не страшно и все такое. Вот, так что жить буду, все хорошо. Значит, смотрите, вот здесь вот на полу у нас остался вот такой синий, зеленый аватаровый след. Здесь всякие капельки. И они туда идут. И мне, естественно, это все нужно. Ну, я здесь бежал просто как мог, насколько быстро, до туалета. Здесь еще вот здесь вот я все замазал, оказывается. Но этого я не даже вот на стойку что-то тут. А, нет, это не капля, это шуруп. Ну, в общем, очень сильно быстро бежал, дабы смыть это все. Ну, собственно говоря, это и спасло. Контакт был не очень длинным. Значит, еще кроме того, что, значит, технику безопасности надо соблюдать, хочу за одним уже в этом ролике обсудить, чем это обтирать.
убирать либо перекись водорода, либо спирт. В общем, это все растворяется в спирте. Ну, я вот здесь вот капнул белизной перед тем, как уходить вот этот кусочек. Ну, просто капельку белизны, чтобы посмотреть. В общем, белизна это все отмывает, то есть пол вы можете отмыть спокойненько белизной. Вот, и что я в ближайшее время, собственно говоря, сделаю здесь у себя, отмою. А с тела лучше всего убирать спиртом, друзья. Я себя именно так и оттер. У меня половину было в виде аватара, но спиртик хорошо оттирает это все дело. Только единственное, что после спирта нужно чем-то глицериновым кожу обработать, дабы она просто не потрескалась, не посохла. Друзья, всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, тот молодец, тот зеленый огурец. Пока.